домашнюю работу. Да. Хорошо. Сюда. Учительница, смотрите. Это мой дом. Не хотите попить воды? Может, в другой раз. Учительницу, нам сюда. Сунь-Сунь, ты должен ждать неподалеку в кустах. Если увидишь родителей Сяо-Сяо, то попробуй задержать их. Тетя Ню не должна встретиться с учительницей. Все ясно? Ясно? Собираешься на работу, брат Ван? Идешь на работу? Вы уже домой? Да, купила немного овощей. Надо действовать. Тетушка Ню! Эй! Тетя Ню, домой идете? Пора готовить. Тетушка Ню! Что? Что-то случилось? Да. Сунь-Сунь, уже поздно. Мне надо идти домой и готовить ужин. Тетя Ню. У меня такая дырявая память. Твоя мама попросила встретить меня. Хорошо. У меня есть хорошие новости для нее. Пойдем, идем к вам домой. Я в порядке. Точно? Хорошо, отдохни. Сяо-сяо, вода. Учительница. Это дом Сяо-сяо. Спасибо. Не за что. Можете идти домой. Хорошо. До свидания, учительница! До свидания. Учительница Су пришла. Лучше объясню ей, как все было. Нет. Это может отразиться на твоей поездке в университет. Предоставь это нам с Дада. Отдыхай. Идем. Есть кто? Я классная руководительница Ма Сяо-Сяо. Добрый день. А вы... Я У Сяо-Дзен, друг Сяо-Сяо. Здравствуй. Здравствуйте. Это младшая сестра Сяо-Сяо. Да-да. Рада встрече. Мы виделись в школе. Я слышала, что Сяо-Сяо заболела, так что пришла ее проведать. Родители еще не вернулись? Они не вернутся. Нет. Да-да, хотела сказать, что они вернутся попозже. Тогда могу я подождать внутри? Я принесла материалы к экзамену в Пекине. Конечно. Проходите. Почему они заходят внутрь? Будут проблемы, если тетя Ню неожиданно вернется. О нет, дядя Ма. Тетя Ню. Мне нужно к Дундуну. Идите без меня. Хорошо, пока.